23 июня. Вот такой вот дневной ливень пошел резко. Было жара. 27 градусов вот. При саншайне. Солнце такое вот. Светит солнце. И вот такой вот ливень. Это как называется у нас? Грибной дождь, наверное. Как-то так. Значит, грибы будут в лесах. Ну, когда, короче, такая погода, тогда называют ее грибной дождь. То есть при солнце вот такое. Вот такие дела. Всем добра. Ну, клево, что-то он прям зарядил, не знаю. Я думал, что он ко времени будет, но длинный дождик. Ну, классно, люблю дождь.